ребят, сегодня смеяться, что это моя новая визопа. Дачу. Мы приехали на заброшку, где там будут жить змеи. Не пойму, там будут жить змеи. Мы сейчас обходим здесь. Блин, это кукуруза. Вот заброшка. Я боюсь, что там кукуруза змеи. Они есть и кусаются. Какие-то кусаются. Это козюки, ты понимаешь, что это? Ребята, это дачный дом. Деда, можно я тут останусь? Смотрите. Это вот заброшка. Это дачный домик. Это? Да, просто, наверное, никто к нему не ездит пока. А может и ездит. Так. Это? Давайте сходим. Ой, Саша, я не знаю. Ты несешь. А не надо было сюда сгонять. Дверь. Ариш, это дача. Здесь люди приезжают сюда. Деда, тут змеи. Ты это понимаешь, что такое змея? Вот, Пашка сказала, тут гадюки. Это вот, не то, что малюсенькая змея. Вот заброшка, пожалуйста, ваша. Это... Пойдем в дом зайдем. Это дачный домик, он закрыт на ключ. Да, посмотри. Это реально заброшка. Это дача. Это заброшка. Не надо трогать. Все закрыто. Да, да, да. Ой. Пойдемте, все. Что? Там какой-то звук. Смотрите, какие страх, смотри. Сейчас сюда, стрёмные. Смотри, видите, вещи, смотри сюда. Видите, смотри сюда, вещи. Да, это что за комната? Походу вот там кто-то живет. Но заброшка. Да, просто... давно никто не приезжал уже. Да, много лет. Тут, вот муравейник. Пойдемте, первый раз вижу муравейник. Ты бабушка сказала, гадюки есть. Чего? Да. Бабушка, я ни одной гадюки не видел. Нам повезло, потому что, ну, смотри, деда, ты сравни. Тут огромный лес, так? Смотрите, дачники первые себе, тут ни разу не был. Да. Деда, ты. Такая красота. Кругом лес. Да, и такой свет. Как будто нас под водой падали. Идите, давайте. Да, мы вообще так нормально плаваем. Ну вообще, я звезда Востока и королева жизни. Да все же ты про эту звезду Востока из богатырей. Это я звезды. У тебя все ноги, блин, в звуках. У тебя сзади вообще-то. У тебя вообще-то тоже. Я все ноги поцарапал себе. А в стыках? Смотрите, как мы дорогу сделали. А ну, теперь будет кому-то легко заходить. Все, пойдем. Ага, как? Ладно, ребята, всем пока-пока!